Что, идет? О, идет. Все. Меня слышно? Что, идет? О, идет. Все, короче, ребят, сейчас я передумал. Будем стримить сейчас не Майнкрафт, а НФС. Вот так как-то. Напишите в чате, кто есть, кого нету. Так сказать. Да, и... Вот так вот резко перенес тему. Будем гонять в FPS. Я говорил то, что я буду его снимать, но сегодня мы не снимем, сегодня мы в него так поиграем. Все. Сейчас еще поменяем управление, а то... Так, настройки. Звук. Мне еще тише надо сделать. Короче, вообще все звуки выключу. Чтоб не раздражать. Все. Блин, как-то неудобно на стрелках. Потом уже поменяю на этот. Обычное. А сейчас буду на стрелках. А, все. Так, смотрите, сейчас этим меню карьеры. Настройки. Так, не звука. Управление. Так, теперь. А, так все стоит. Нормально. Продолжаем, значит. Кстати, что будет ваше время? Напишите в чате, что это. Если интересно. Ну. Так. Ну, я хоть чуть-чуть звук погромче сделал, то. Вот так хотя бы. Все, понял. Так, думаю, будет хорошо. Все. Полетели разрывать. Нагибать. Кстати, когда будет выбор машины, то тоже в чате выберем. Скажите, как мне машину выбрать. Сейчас, наверное, будет немножечко скучно, потому что один противник и зачем, кстати, добавил.
Все нормально. Громко. Слишком. Ладно. Так. Ага, сейчас будут копы. Так. Илюх, кстати, если ты на стриме, то напиши что-нибудь. Плюс в чате, короче, напиши. Всех порах. Ладно, он нас уже не догонит. Бычары. Да, очень весело. Скучка, нет. Обожаю такие. Так. Еще опять второй круг. Так, сейчас скоро будет, наверное, выбор уже машин. А, после этой гонки уже. Нет, после этой гонки будет еще гонка. И будет уже выбор машин. Сейчас финалочка, финальная гонка, и будет выбор машины.
вообще по-быстрому. И все. Так. Так. Тупанул. На эту кнопку нажал. Все, полетели дальше. Ух, копы. А, ну в этой банк не обязательно выкинуть, потому что, ладно, спойлеры, хотя думаю уже сюжет не... Так, короче, меня, наверное, не слышно, поэтому... Все. Полетели. Так, ладно. Так, уезжает. Стой. Все. Все. Сейчас почти доехали. Ой. Хотя тут пофиг. Да, все. Громко. Все, мы в магазине. Какую машину выбирать будем? Напишите в чате. Ну, короче, смотрите, Lexus это единица, если хотите Lexus, пишите в чате единицу, если хотите, чтобы я выбрал Fiat 2, если Cobalt 3. Но это я не смогу купить, мне денег не хватает. Так, куда я пошел? Вот сюда. 4 мы не сможем, нам не хватает денег. 1, 2, 3. У нас стоит 35, а надо 3. 3. Кобальт. Окей. Погнали. Кобальт. Так, все. Поехали. Очень весело. Сейчас поедем к гаражу и... Очень весело, это сарказм, если что. Кстати, напишите в чате, мне со звуком игры играть или лучше его выключить? Вот, напишите. Так интереснее, типа, я иногда могу замолчать на какое-то время, и что, будет тишину слушать, ну, типа, напишите. Как лучше? Ну как тебе, Нара? Что скажешь? Все, Sony. Так, все, погнали сразу в гонку. Да хорошо, не буду прокачивать.
кстати, вон там один активный человек в чате. Напиши. Мне включить звук в игре или нет? А, еще кто-то добавился. Ну и пусть он тоже напишет, если хочет. Со звуком в игре играть или не надо? Типа, выключить или включить? Напишите, а то я не знаю, как вам лучше. Так. Сейчас быстренько пройдем эту гонку. Блин, тут три круга. Ненавижу. Со звуком, окей, сейчас врублю. Нет, думаю, на один. Думаю, вот нормально будет вот так вот. Ну, напишите, нормально, нет. Ну или я сейчас вот говорю, вы меня слышите? Если слышите, напишите да. Норм, все, хорошо. Будем так. Так. Не врезаемся, просто едем, побеждаем, рвем и метим. Чего они там за? Так, вот сейчас обычный круг и пойдем, наверное, на спринт. Да, это понятно. Мне кажется, с Илюхой было бы веселее, потому что он постоянно что-то говорит. А когда я один, я не знаю, что говорить. Я еще не профессиональный стример, я не умею так вот постоянно вот так вот говорить что-то. Мысли приходят. Так, стоп. Погнали на спринт. Сейчас, наверное, теперь еще погоня начнется. После этого. Надеюсь, нет. Потому что хочу сейчас гонку пройти, потом на круг пойти и сразу на круг. Ну все, так, ты чё, поканул? Так. Не дали мне туда смотреть. Так, ладно. Блин, это вторая гонка, какие мустанги, я ничего там много. Кто там сзади? А, ну сзади еще более-менее, но... Какой мустанг? Ладно, сюда поехали. Нет. Нет. Не обойдете. Нет. 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 Отошел. Отошел. Так, все. Там мне как-то затормозили, поэтому все, погнали, так? Хотя, стоп, они сейчас... Вот этот мустанг, он меня бесит, он мне сейчас не догонит. Здесь нет. Пойдет. Не обгонит. Не обгонит. Вот недавно не обгонит. Так, ладно.
Кстати, наверное, цель будет здесь, типа, собрать все машины, хотя если мы не соберем какую-то машину, типа не выпадет в карточке машина, то придется Alt F4, и это опять заходить в игру, и вот это вот всякое такое, поэтому, я не знаю, вот скажите, мне все машины собирать? Все машины, босс? Ненавижу такие моменты. Ненавижу. Скажите, собирать мне все машины или нет? Боссов. Так, стоп. Сейчас гоню. Наверное. Пожалуйста. Нет. Это заново. Это просто заново. Теперь я сейчас сделаю. Наверное, если... Надеюсь. А, кстати, там уже один прохранулся. Так, ладно. Кстати, вы, наверное, заметили, те, кто с прошлого стрима по майну, который недавно у меня сейчас был, у меня он просто вылетал, и вот этот стрим все время опять начинать, это выходит по 10 стримов за раз, сейчас по 2 минуты, поэтому я решил квест заснять. Мальчики нелегалы. Так. Полез. Так, наверное, сейчас тогда, раз у нас не получается, сейчас мы пойдем на кольцо. Потом уже вернемся сюда. Да, мы его уже не привезем, так в гараж. И кольцо. Ребят, сейчас я вернусь. Так, ладно, ребят, мы, наверное, сейчас будем уже заканчивать, просто мне надо идти там. Это уже там лично. А, наверное, мы уже потом продолжим. Да, короткий стрим получился, но так получилось. Ладно. С вами был Денис. Вот такой короткий стрим. Сколько он вообще шел? Полчаса примерно. Ладно, наверное, мы уже будем заканчивать. Ладно. Всем удачи и всем пока.